В настоящее время доставка багажа 15 минут. Первый чемодан уже находится на транспортной ленте, автоматически фиксируется и отрабатывается в полном объеме. Воздушные суда, которые паркуются возле нового терминала, соответственно, еще быстрее. 15 минут – это самое длительное время. По второму вопросу. Направлено обращение к товариществу Международный аэропорт Одесса с ходатайством об изменении сроков стоянки транспортных средств. Но на настоящий момент 10 минут на стояночном комплексе номер 1 бесплатно и 30 минут бесплатно на стояночном комплексе номер 2. В других аэропортах, практически во всех аэропортах Европы 10 минут бесплатная стоянка. Единственное отличие только аэропорт Киев-Жуляны 7 минут.